Озеро Круглое, находящееся неподалеку от деревни Рыбаки, бывшего сельского поселения Гобовское, знают теперь все жители Московской области. Экологическая катастрофа вокруг этого уникального реликтового водоема получила широкую огласку благодаря местным жителям, активистам, людям, которые любят свою малую родину и ни при каких обстоятельствах не дадут ее погубить. Несколько лет сельчане добивались через суды остановить беспредел, преступную застройку прибрежной части озера Круглое. И вот, наконец, первая победа. Решение суда о сносе незаконно возведенного забора в нескольких метрах от водной глади озера. На самом деле масштабы экологического бедствия здесь гораздо шире. На территории бывшего сельского поселения Гобовское расположено три крупных озера – Круглое, Долгое и Нерское. Площадь озера Круглое составляет почти 1 квадратный километр. Из озера вытекает река Мещериха, левый приток Клязьмы. Другое озеро, Долгое, занимает моренную котловину и отличается чистотой воды и живописными, поросшими смешанным лесом берегами. В километре к северу от Озерецкого расположено третье озеро – Нерское. Это один из самых красивых водоемов Подмосковья. Еще в советское время эта уникальная природная территория была объявлена особо охраняемой, заповедной. Правда, ее границы были условными. Тут идет нарушение двух видов законодательства. Это санитарное законодательство и природоохранное. В данном случае мы сегодня собрались по поводу нарушения природоохранного законодательства. В марте этого года Министерство экологии и природопользования Московской области выиграло суд, в котором обязало владельцев земли демонтировать забор, находящийся в зоне особо охраняемой природной территории. Это вот здесь. То есть особо охраняемая природная территория в этом месте простирается от уреза воды на 50 метров. Вот примерно до этой кучи земли. Вот, чуть-чуть дальше. Соответственно, вот на этом территории ничего вообще не должно было быть. Землю особо охраняемых природных территориях можно использовать с огромным количеством ограничений, но практически вот как мы метафорически выражаемся, только бабочек можно ловить. В середине 2000-х годов живописную землю вокруг озера Круглое приметили коммерсанты, мечтая о многомиллионной прибыли. Они начали обивать пороги Дмитровской администрации и добиваться разрешения на перевод земли под ДЖС. Чиновники передали 62 гектара в пользование компании «Спорт Интер» с условием, что здесь построят спортивную базу. Базу не построили, а землю коммерсанты перевели в собственность и начали торговать участками в интернете. Вблизи озера появился огромный коттеджный поселок «Мечта», многочисленные ведомственные СНТ. Питающая озера Круглое и Долгое река Мещериха была засыпана в ходе строительных работ. Нарушение гидрологии привело к резкому падению уровня воды в озерах и их заболачиванию. На грани уничтожения оказалась флора и фауна. В последние годы обострилась ситуация, что перекрыта речка, которая подпитывает озеро, при стройке русло было засыпано, и приток свежей воды остановился. Озеро сейчас питается только за счет донных родников и воды, стекающей вот по краям в озеро. В этом году еще засыпано русло вытекающей речки. То есть получается, что там, где должно вытекать и вода обновляться, там территория будет заболачиваться. Соответственно, и растительность все будет перекидываться на озеро, и оно потихонечку заболачивается. В 2014 году на северо-восточном берегу озера Круглое появились бытовки, злые собаки и охрана. Потом вереницей пошли грузовики со строительным мусором и грунтом. Сельчане снова забили тревогу и быстро выяснили, что некие лица, нарушив водный кодекс, нарезали на берегу озера более 20 земельных участков, оформили их в собственность и приступили к подъему береговой линии. В интернете тут же нашлись эти участки, выставленные на продажу. Цена по 1 000 000 рублей за сотку. Подсуетился и МАЭСК. Энергетики установили понижающий трансформатор и подвели к участкам линию 0,4 кВт. Частная территория была огорожена деревянным забором, который полностью ограничил доступ местных жителей к водоему. Нашей природе, как мы видим, нанесен колоссальный ущерб.
То есть сюда завезены тонны строительного мусора, бытового. От этого грунта шел едкий запах аммиака, солярки. В общем, и я считаю, что здесь многомиллионный ущерб. В данный момент выигран суд в Одинцове, судится наша Дмитровская прокуратура и Министерство экологии по двум участкам, 12 миллионов. Далее у нас есть информационные письма, что далее в несколько участок тоже нанесен более 50 миллионов ущерб. Несколько лет назад областное министерство экологии провело кадастрирование и четко зафиксировало границы заказника. В охранной зоне запрещены любое капитальное строительство, в том числе дорог, изменение берегов, вырубка деревьев, распашка земель. По забору была проведена геодезическая съемка и установлены точные местонахождения забора, входит он в границы или нет. И сейчас та часть ограждения, которая была установлена на территории особо охраняемой природной территории, она снесена. То есть это, я считаю, что значительная победа, которая показывает, что на территории особо охраняемой природной территории действительно нельзя осуществлять строительство каких-либо объектов. Данная территория предназначена только для сохранения ландшафта как природного образования и для отдыха граждан. Данная территория не входит в ОПТ, но здесь произведена отсыпка грунтом и строительными отходами для выравнивания территории. Тут ущерб тоже посчитан, он составляет более 50 миллионов рублей. 8 миллионов уже предъявлено собственникам земельных участков и вынесено решение суда в первой инстанции в пользу министерства о взыскании собственников участков данного ущерба. И вот наступило 14 ноября, день, когда судебные приставы должны были исполнить решение суда о сносе незаконно возведенного забора протяженностью более 1 километра. Собственники земельных участков, испугавшись широкой огласки, решили по-тихому исполнить решение суда и 11 ноября демонтировали забор. Правда, в спешке они оставили в земле металлические пеньки и опор. Жителям пришлось привезти газовые баллоны и автогеном спилить их. Победа, 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 победа. Маленькая, но победа. Маленькая, но победа. Это пока. Были поданы исполнительные листы от Минэкологии службы судебных приставов для полного исполнения решения суда. Собственники до конца решения суда не исполнили, оставили в районе 30-сантиметровые столбы, торчащие из земли, которые, в принципе, мешают проходу. Вот. И вот на сегодняшний день активисты местные будут до конца убирать их, дабы исполнить решение суда в полном объеме. Решение суда было по расчистке 22 участков земли, которые были незаконно захвачены и ограждены забором. Вот. И тем самым были нарушены права ОТП. Решение Дмитровского суда было вынесено 3 сентября. Теперь собственникам незаконно приобретенных земельных участков придется убрать с берега строительный мусор и грунт, вывести бытовки и обеспечить людям полный доступ к озеру. Не позавидуешь тем, кто уже успел купить земельные участки. На них ничего строить нельзя. По словам активистов и жителей деревни, рыбаки, это первая победа, но борьба за право дышать чистым воздухом и купаться в чистой воде только начинается. –